Оно все, что оно есть, и даже есть сумочка, которую мы не успели, я сейчас вам покажу, мало. Полностью трагичненько. Вот помню, что, кажется, на этом стенде была фотография открытия магазина в деревне. Ну, тут ничего не менялось, тут все стабильно. Я просто... Может, я... Подождите, может быть, что-то... Нет, когда тут не может быть открытия. Тут только вот фотоматериалы из российские заслуги. Подождите, что-то... А может, что-то не то. Это одно. Да, сейчас посмотрим. Я ее не помню в контенте, поэтому я так, знаете, с большим сомнением. Это из книги, это все взято из книги Полесья 30-х годов, да? Польского фотографа. Так, это кресты придорожные. Знаете, где может быть? Стоит, может быть, как-то я просто визуально. Оно в фондах. Может, вам казалось, оно в фондах. Сейчас помню, что на большом экране было. Вот. Я не помню. Оно есть, оно есть. Идемте вам вашу сумку покажу. Вы знаете, на какой выставке? Вы знаете, куда вы помните? А вот она, я ее нашла. А как вы нашли? А не знаю. Люди, люди, по-моему. Люди знают. Да? Все. Значит, меня вскрыли. Вот тут же где-то мама должна быть. Ищите маму. Нет. Да, вот. Да. Ага. Это Николаевна, даже на это похоже. Вот, это открытие магазина. Знаете, потому что похоже